Всем зрителям канала Мыло Опт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по приготовлению крема для возрастной и сухой кожи. Этот крем будет сделан на основе гидролата, и в нем не будет баттеров, в нем будет масло, жидкие базовые масла, масло персиковой косточки, масло кешью, масло лесного ореха, фундука. Он будет сделан на основе эмульгатора Оливем 1000 и эмульгатора Эркомульс. Активы у нас будут витамин Е, витамин А, консервант Непогард СЦЕ. Обратите внимание на этот консервант, очень рекомендую. Я многие перепробовала на сайте, но именно этот консервант не дает аллергии. Он очень бережный и в то же время хорошо консервирует именно в косметике для лица. Эфирное масло лайма. Эфирное масло розы Дамаск. Эфирное масло Лицея Кубеба, это вербена, эластин, а также гидролизат протеина риса. Также нам понадобится мерный стакан с ложечкой, силиконовый, мерные весы и обычный миксер я буду использовать в этом креме. В нашем рецепте будет 130 грамм крема. Это приблизительно 150 миллилитров. И я буду добавлять сейчас жидкую составную и жирную в один стакан. Так как этот крем легко взбивается, можно не разделять эмульсию. И прямо в одном стаканчике приготовить наш крем. Это удобно. Мы добавляем 7 грамм эмульгатора Оливем. Это 5%. И 3 грамма эмульгатора Эркомульс. Теперь мы добавим в общей сложности 40 грамм масла, где-то по пару грамм. И в основном у нас будет масло персиковой косточки идти. Мы добавили нашу жирную фазу. Теперь мы добавляем 80 грамм гидролата. Сейчас мы нашу смесь будем растапливать и затем взбивать.
Немного исправлю рецепт. Не 7 грамм, а 11 грамм оливье мы добавляем. Итак, я растопила эмульсию. Вот такая вот она у нас получилась. Сейчас я буду взбивать ее до однородной консистенции. Затем буду ее помещать в емкость с холодной водой. И когда наш крем полностью остынет, я его буду повторно взбивать и добавлять активы. Я взбила крем, охладила. И сейчас уже могу при температуре ниже 40 градусов, можно уже добавлять активы. Добавляю гидролизат протеинов риса в районе 3 грамм. Эластин в районе грамма 2 тоже. Дальше. Консервант Непогард около 14 капель. Витаминки по пару капель и эфирные масла по 10 капель каждого вида. Теперь я снова буду взбивать наш кремчик. Взбила я снова крем. Вот такая получилась эмульсия. Достаточно однородная. Он еще немножко остынет и будет совсем плотным. Сейчас я переложу его в баночку. Я переложила крем в баночку. И вот такой он у нас получился. Как видите, консистенция достаточно плотная. Имеет красивый белый цвет. И достаточно приятный легкий запах. Для тех, кто не любит слишком тяжелых ароматов. Этот крем прекрасно омолаживает кожу. Отбеливает. А также служит просто приятным дополнением к вашему уходу за лицом. Крем не подойдет женщинам и мужчинам, у которых жирная кожа, склонна к высыпаниям. Крем специально сделан для сухой кожи, особенно для возрастной кожи. Напоминаю, что все ингредиенты для создания данного крема вы можете найти на сайте Мыло Опт. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч!